Рада, что наша школа собрала вас в этом зале. Сегодня мы заполнили страницы книги под названием «Первые 100 лет». И тем самым запечатлели в памяти момент истории школы. Остается создавать будущее школы вместе. Школа будет жить, процветать благодаря своим ученикам, учителям, друзьям. Есть предел человеческой жизни, но каков предел жизни школы? Мы не знаем. Но мы можем с уверенностью сказать, это только первые 100 лет. Yeah.